Всем снова привет, мы продолжаем играть в Warhammer 40K Space Marine. Ну что, в прошлой части мы убили всех орков, и теперь я не понимаю, куда, если честно, идти. А вот цель. Блин, вообще в другую сторону ушел. Я-то не пробиваю, к сожалению. Ну идем, давай быстрей. Наши подружки. Угренки. Боеприпасы. Чувствую, тут еще битва будет. Нам нужны эти пушки. Лейтенант, где генератор? Ловите. Ловите. Ага. Свяжусь с вами, как гниды. Братья, гвардейцам потребуется ваша помощь, пока не включатся орудия. Блин, а что пройти не могу? Ну и чё? Куда идти? А, вот сюда, видимо, да? Да, все верно. Так, даже не знаю, силовой топор. О! Аудиожурнал. И у нас почему-то теперь одна грена. Хотя я две уже использовал. Поэтому, наверное, одна. Оба! Ага. Ха... На, скотина! Ярость! Давай, мочи всех просто. Направо и налево. Круто. Идемте дальше. Тут никого нет. Ой-ой-ой-ой. Фиг вам. Ой-ой-ой, грена, грена, грена. Давай. Ес, мочи его. Давай, еще пару ударов. Нет, не получается. О, ярость. Ну, включай ярость. Я знаю, ты можешь. Отойди, отойди оттуда. Отойди, придурок, придурок, отойди. Давай. Я чё, один что ли совсем? Ой, как замечательно-то все складывается. А кто меня убил-то, я вообще не понял. Ну ладно. Всякое бывает. Да, на улице вообще туман туманом. Я даже соседнее здание не вижу. Просто ужас. Неимоверный. Ой-ой-ой. Граната, граната. Отойди. Кто, ой, кто еще кого убьет? Блин, не так клавиша, сука. Давай, я на тебя прям бегу. Оба! Как все удачно складывается, так, блядь. Ты придурок! Придурок! Меня убьют сейчас нахер. Давай. Ой-ой-ой. Отойди, отойди. Опять что ли? Ну чё за пизда? Ничего не прощать. Так, короче, сейчас буду просто прорываться вперед. Не буду идти назад. Попробуем этой тактикой. Я уверен, она должна принести свои плоды. Хренакс, блядь! Ой-ой-ой, грена опять, грена! Нет, видимо, эта тактика ни хера не принесет. Да, она ни хера не принесла. Даже не знаю, как этот момент проходить. Уже, по-моему, третий раз помираю. Ну
Давай уже. Так, ну чё, сейчас половина расстреляю хотя бы. Я знаю, ты можешь. А тебя хер расстреляешь. По ходу дела. Давай. На, лови, скотина. О, ты сдох. Клёво. Давай. Назад. Ой. Куда я забрёл-то? Давай, помирай. Много на них патронов уходит. Это просто капец. Идем дальше. Помирай. Так, здорово. Гнида. Ой-ой-ой-ой-ой. Как это вы нехорошо так поступаете-то? Целая толпа на меня. Давай! Давай, десант! Покажите им нашу ярость. Давай! Оба! Я знаю, покажи ярость, сука, не убивайте меня, ради бога. Сука, меня сейчас убьют такими темпами. Херовыми. Блин, установи здоровье там ему маленько. А, нет. Ярость окончилась, и вот не восстанавливает здоровье. О, здоровый выбежал, зашибись. Давай, бля. Сука. Ну что, вроде с первым я справился, а вот с этими надо сейчас будет попутно справляться. Я уже взял одну тактику на свое вооружение. Расстреливать их издали. Издали. Вроде пока работает. Ой. Ой-ой-ой, назад. И грены, самое главное, кидают, гады. Ничего, я готов. Чем больше, тем круче. Я считаю. Не буду к ним близко подходить. А буду вот так расстреливать. То они меня уже сколько раз убили. Раза три точно. Даже четыре, по-моему. Давайте, бегите прямо на меня, давай. Я за. Ну все. Мне надо убить, кто ракеты пускает еще. А то они достали уже. Мать их так, блин. Умирай. Все, наконец-то. У меня появилась ярость. Но все равно это ничего не меняет. Ой-ой-ой, назад. Патронов-то нет уже. Мало их. Это меня не радует, вообще не радует. Ну все вроде. Тебя я так грохну. Сука. Так, давай, давай. Е-е-е-е. Помирайте, гады. Нежити, блин. Вот теперь-то я готов уже к вам, блин. К вашей встрече, скоты. Назад! Назад, 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 назад. Лейтенант Мира, генератор дает полную мощность. Наконец-то. Фух. Получилось. Спасибо, лейтенант.
Какие? А, вот эти, ну. Дайте мне патроны, а. А то у меня их очень уж мало. Капитану Титу. Несколько раз мы столкнулись с орками. Но тут куда легче, чем наверху. Они не доставили особых хлопот. Скоро мы будем здесь. Понятно. Хорошо. О, наконец. Так, ничего путного здесь нет. Хорошего. Так, нету. А вот здесь. А здесь все есть. И патроны, и грены. Хотя патронов бы дали побольше. Сколько? Нет, все равно мало. Оба. А, это Торг, который, блин, нас спас. Или не спас, а просто сразился с этой нечистью. Типа это босс, что ли, какой-то? Типа да. Ты слишком долго преследовал меня, Орк. С меня довольно. Верно. Потому что я убью. Ой-ой, сколько гранат-то он кидает. Радуйся. Блин, а попадает же. Гранаты-то дайте мне. Ух ты, блин, а. Попробуем так его. Помирай. Чё это такое? Блин, я его даже не видел. Давай, ес. Мочи. Так нечестно, орк. Договор был, что у нас только двое будет. Хотя так даже веселее. Оба, ярость. Радуйся. Ух ты, блин, меня в ярости, что ли, убили? Это же, это жестко было. Просто ужас. Да, как так можно в ярости погибнуть? Ну да ладно, всякое бывает. Ой-ой-ой, граната опять он. Свои, скотина, нет. Ярость! Давай. Оба-на, опять. И в ярости, здорово. И когда у меня броня восстанавливалась? Круто просто. Да. Босс жесткий. Давайте. На его же гранатах просто нафиг. Ярость. Давай, есть. Может, я попробую тебя грохнуть. Херли, а? Охуеть просто-напросто. Ну ладно. Давайте еще раз попробуем, потом еще раз. Если я сейчас не выиграю. Назад. Я уже знаю, что меня ждет. Оба, а что такое? Это странно, он сейчас себя повел. Не стал бросать гранаты свои любимые. Вот опять! Он своей клешней ебаной меня долбанул. Так, ну что, общий смысл я бой, я понял, самое главное-то. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ты куда ползешь? Ты куда ползешь, скотина? Гнида. Ярость. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, смысл того, что нужно от него просто отбегать. Ой-ой-ой. Типа, сейчас волны такие пойдут, да? Это неприятно. И это нечестно, во всяком случае. Когда еще у меня ракета стреляет.
Ракетами, блин! Отходи. Хренушки! Я тебя расстреляю, подонок! Ой-ой-ой. Еще, блин, сколько ж тебя, блин, этих орков. Просто пиздец. Патроны это не бесконечные, блин. Сколько я в него уже садил. И нервов, и патронов. Это просто пиздец. Пиздец. Патроны, патроны. Назад! Ярость. Нахер, блин. На, подыхай уже. Я все выдержу. Давай. Ну, помирай же ты, козлина такая. Фух. Так, давай. Помирай, гад. Не прошло и года. Все? Да, видимо, все. Закончил, скотина. Молодец. Гадёна же, блин. 4, даже 5 раз он меня убил. Патроны, где мои патроны? Нужны боеприпасы, причем срочно. Все. Мне кажется, это самый суровый босс в игре был. Поехали. Ну клёво. Капитан, проклятый орк мёртв. Наконец-то хорошие новости. Да. И кстати говоря, ближним боем его лучше даже не трогать. Потому что он бежит на вас и убивает. Время подготовить вторжение. Доберемся до Титана и уничтожим врата Варпа. Я его уничтожал только выстрелами. Советую и вам также. Ну все, наконец-то. Мы в мануфактории. Что случилось? Капитан раз и навсегда уничтожил. 13 глава уже. Теперь у нас есть шанс. Укрепите оборону. Толпу демонов, увы, так просто не испугать. Удачи, Тит. Вся надежда на вас. Как и всегда, вся надежда только на меня. В этой секции не хватает 5302 работников. Магас будет поставлен в ну, идемте. Да, самый суровый орк был, еще своих пускал. Что это такое? А, патроны? Каково состояние для каждого, причем, оружие. Для того, чтобы отцепить тихаря, вам придется активировать запасной якорный генератор. Понятно. Это наши, видимо, да? Надеюсь, что они наши. Нет, они против нас. К сожалению. Ну да ладно, так даже веселее. Меня они хер убьют. Очень сложно им будет. Я в этом уверен. Ой-ой-ой. Грена, грена, грена. Назад, сука. О, запись какая-то. А вот она. Помирайте, я вас прям здесь сейчас убью нахер. Так, это наши уже тащатся. Так, ну чё, вы все это нет? Оба! Все, нахер. Ярость! Все, чтоб ты. Чтоб вы сдохли, нечестивые. Пошли. Уже достало с ним сражаться. Хотя все равно прикольно. Сейф. Видимо, сейчас еще с кем-то придется побороться. Ну да.
Я так и знал. Как в воду глядел. Ахаха. Попробуйте это на вкус. Всех нет. Нет, еще не всех. Так, ты, блин. Так, еще вот еще один. Сдох. Офигеть, я гляжу в окно и ничего не вижу. Просто белое марево. У нас в городе такой сплошной туман просто. Это пиздец. Просто ужас. Оба. Еще один босс, что ли? Или чё? Видимо, да. Хотя он не такой уж страшный, мне кажется. Давай, перезарядка. И еще раз. Так, ну все, давайте, помирайте уже. Гренки. Уже все успеваю делать. И грены брать, и патроны, и убивать их. Так привык к этой игре. Так что. Не просто ужас на улице творится. Это снайпер сидит тут. Ну сиди дальше. Молодец. Ой-ой-ой. У меня ярость есть, это хорошо. У меня целых два, по сути. Так, давай-давай. Ярость. Покажите им нашу ярость. Помирай. Все, сдох. Так, помер. Надеюсь, что это так. Блин. Попасть не могу, ну ладно. И ничего страшного в этом нет. Боеприпасы, которые очень нам нужны. Да я вижу, что мы под огнем. Блин, я ненавижу снайперов вообще, даже в любых играх. Так, давай, ну погибай же ты, скотина такая. Короткими очередями даже пытаюсь уже. Давай с пистолетом в него засадим. Попадаю, кстати говоря. Убил. Не, не убил. Блять, вы что там, бесконечные что ли? Это, бля, пиздец. Заебали уже. Честно говоря, они. Самое главное, точно стреляют, скотины. Этот удар я могу не перенести уже. Открывай дверь. Фух, успел. Да, еще бы маленько, я помер. Да, мы прошли, едем вниз теперь. Блин, что это за голос? Я вообще не понимаю. Кажись, с молотом я до конца игры пройду. Своим. О, сохранение опять. Журнал. Который я почему-то не слушаю. Ну ладно, на этой ноте мы закончим эту часть. С вами был Роман. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Всем пока, удачи.